работяга старичок с протянутой ладошкой у дороги сгорбившись стоит. Дальше. Положите мне денежкой на хлеб немножко, с хлебцой прохожий говорит. Сядь, одежда слева, тело чуть шатает взгляд, как будто обрешен. О, о чуде больше лень мечтает безнадежно. Ни дома, ни семьи, но и тому бомбежка вся душа его с тех пор болит. Он ночует там, где ветер дует у ворот разбитого двора. С разломанной гармошкой и с разбитою судьбой. Помоги